Легендарный ансамбль Моисеева отметит юбилей грандиозными концертами в Большом театре. Они пройдут сегодня и завтра. Этому коллективу народного танца уже 80 лет, и отмечать на сцене Большого будут 2 дня. Эту площадку выбрали не случайно. Именно здесь начал свою карьеру Игорь Александрович Моисеев. Этот ансамбль – одна из визитных карточек нашей страны. За пределами России, пожалуй, более знаменит, чем внутри. Даже репетиции коллектива выглядят захватывающе. Ведь внимание хореографы в первую очередь уделяют рисунку танца и грации танцоров. Они пускают пыль в глаза спецэффектами или космическими костюмами. Некоторые танцы, которые до сих пор вызывают восторг у зрителей, были поставлены Игорем Моисеевым еще до войны. Сам великий хореограф ушел из жизни 10 лет назад, но до сих пор его успех не превзойден ни в России, ни за ее пределами.